Дорожники вместе с МЧС провели учения по ликвидации последствий ЧС на Транскаме. По легенде, на 80-м километре магистрали сошла лавина. Под снежными массами оказались люди. Первыми в таких условиях на помощь оперативно пришли кинологи и спасатели. Пострадавших передали врачам, а специалисты обследовали горные склоны. Сразу после дорожники расчистили территорию и открыли движение для всех видов транспорта. Цель учения – отработка взаимодействия всех ответственных служб.